Девы, приветствую вас. Давайте вместе посмотрим ваш расклад на ноябрь месяц. Первая карта для вас – Паж Жезлов. А Паж Жезлов говорится то, что в начале месяца вы должны прислушиваться. Даже если кто-то человек какой-то рядом, где здесь может быть какой-то человек моложе вас, может быть, какой-то совет вам дадут, и вы должны прислушиваться. Или вы должны, знаете, даже прислушиваться внутренне ваше состояние, знаете, даже внутренний ваш голос, что вам говорит. Вы как будто сидите на месте. Вы слушаете, да, вы прислушиваетесь, но вы никакое движение не делаете. Вы как бы стоите на том же месте. Следующая карта вот для вас, мои дорогие девы, на начало месяца. Это карта мира. И уже если вышла эта карта, тоже посмотрим. Карта мира показывает, разрушить или сохранить ваше состояние. Все зависит от вас. Все зависит только от вашего внутреннего вот именно состояния. Почему? Потому что вы даже, знаете, вот думаете, вам кто-то сказал, да, ага, ну я сделала правильно свое мнение. Но вы сидите на месте, вы ничего не делаете. Все зависит только от вас. Если вы прислушиваетесь, даже вот, может быть, какие-то сны вам, вот, может даже кто-то посоветует что-то. Но все зависит все-таки от вас. И вот если следующая карта у нас карта, Карта повешенная показывает. Вам именно вот начало месяца ноября нужно будет подвешивать какую-то ситуацию в вашей жизни. Вот именно нужно будет паузу какую-то для того, чтобы вы не разрушили ваш мир, чтобы вы не разрушили ваше состояние, которое у вас есть на начало месяца. Следующая карта мы посмотрим, мои дорогие девы, на середине месяца. И это пятерка кубков. А вот почему дается, чтобы вы на середине месяца не дошли до вот этого состояния, то, что вам больно, вы должны подвешать что-то. Вот вы должны сохранить вот этот ваш внутренний мир. Следующая карта, мои дорогие, на середине. Эта карта у нас тройка пентаклей. Тройка пентаклей показывает, может будет нужно вам, знаете, какую-то помощь. Здесь может быть именно касаться то, что вы хотели какую-то дополнительную работу с кем-то вот именно работать. Даже может быть касаться, что вы, может, маленький бизнес, вот вы вот с семьей, и у вас это не получается. Вот именно начало месяца говорить, подвешивайте, чтобы вы понимали, что вы должны на середине месяца делать, и что вот именно вот это состояние вам и будет это больно вот середина вот ноября. Следующая карта, мои дорогие, это туз жезлов. Но я бы сказала, не нужно расстраиваться, потому что вот все-таки даже то, что вам больно, то, что даже то, что вы бы хотели улучшить, то, что здесь может быть то, что вы хотели, или там дополнительную работу, или какие-то знания улучшить, здесь не нужно расстраиваться. Здесь может быть то, что были люди, которые против то, чтобы вы сделали что-то новое в вашей жизни. Но здесь все-таки говорится, берите жезл в ваших руках. Берите вот эту ответственность, то, что вы сами решаете, что вам нужно делать, чем вам нужно заниматься, и не нужно на кого-то рассчитывать. Следующая карта мы посмотрим, мои дорогие, это на конец месяца, это у нас четверка мечей. Четверка мечей показывает, берите какую-то паузу. Здесь почему я и сказала, даже начало говорится, подвешивать. Вот именно берите вот ту паузу, если вы понимаете, что вы пока не можете вот именно вот это состояние, вот именно вот эту какую-то проблему, потому что бывает в жизни, когда не получается, как нам хочется, не получается то, как мы хотим. Вот здесь и говорится, вот именно конец месяца, отдохни чуть-чуть. Если вы хотите на каком-то, даже там 2-3 дня, вот до 4 дней отдыхать где-то, вот берите это время, вот берите, отдыхайте, приходите в себя и начинайте вот с новыми силами. Следующая карта, мои дорогие, на конец месяца, девятка пентаклей. У вас вот с финансы как бы, хорошо, но вы не уверены в себе. Вы как будто сидите в бездействии. Здесь может быть, что вы тоскуете по каких-то отношениям. Знаете, вы почему не хотите двигаться вперед? Почему? Потому что у вас вот именно то, что вы вспоминаете чего-то.
Вы думаете, что даже если вы будете как-то ставить что-то на паузе, все-таки никакое продвижение не будет. Но здесь говорится, не сидите в бездействии, потому что вы можете именно потерять, даже именно каких-то касается именно финансов, вы можете это потерять. Следующая карта, мы возьмем карту совета, что вам высшие силы подсказывает, мои дорогие девы, на конец месяца. Это восьмерка кубка. Убрать вот именно какие-то прошлые ваши состояния. Вот знаете, вы как будто, знаете, бездействие. Почему? Потому что вы все-таки вспоминаете ваше прошлое. Высшие силы подсказывают. Убирайте что-то из вашей жизни. Если касается то, что вам нужно что-то поставить на паузу, ставите, обдумывайте, отдыхайте, приходите в себя, знаете, вот после какого-то состояния. Но не нужно сидеть в бездействии, потому что почему? Даже если вы будете сидеть в бездействии, у вас ничего не получится. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на канал.